Николай Тискаридзе – это гордость нашего балета, это замечательный артист. Он ничего не требует для себя особенного. Вот говорят, что он скандален. На самом деле он не хочет привилегий, он не хочет больше денег, он не хочет особых условий для работы. Он всего лишь хочет нормальной, цивилизованной обстановки внутри театра. Он хочет танцевать, он хочет учить балет, он имеет на это право. И я считаю, что увольнение его ни в коем случае недопустимо, а вот администрацию Большого театра надо менять. Она сидит там больше 15 лет, она рулит серьезными денежными потоками. Людей, которые сидят на такой должности, периодически надо менять, иначе будет плохо.